Всем привет! С вами СтивПро, и сегодня я покажу мод на рюкзаки для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этого мода в вашем мире появляется большая куча разных рюкзаков, которые вы сможете сделать прямо в Майнкрафте Pocket Edition. Но чтобы сделать такой рюкзак, совершенно обычный рюкзак, вам понадобится сделать специальную кожу. Но сначала добыть, а после чего ее обработать и сделать вот такой красивый рюкзак, который вы, к сожалению, не сможете одеть, но в нем вы сможете хранить свои вещи. Да, вот такой классный мод. И чтобы открыть этот рюкзак, вам придется просто тапнуть по любому блоку, после чего у вас рюкзак откроется, и в него вы сможете положить совершенно любые вещи. Да, вот такой классный мод. Также здесь есть огроменные рюкзаки, в которых места в два раза больше. Да, места такие же, как в сундуках, да, и наверху, к сожалению, у нас пишут, что это сундук. Но вы сможете его таскать совершенно свободно, совершенно с собой вы сможете таскать любые вещи. Например, у вас очень много вещей, и вы решили положить в такой сундук очень много вещей. И вместо, допустим, 50 вещей вы будете таскать всего лишь один предмет. Также этот рюкзак вы сможете выбросить, и ваши вещи также сохранятся. Это очень классный мод, который облегчает, совершенно облегчает жизнь в Майнкрафте Pocket Edition. Да, я всем советую скачать этот мод. Да, ну, большие рюкзаки, они очень классные, но они очень много требуют ресурсов для ихнего крафта. Также есть очень много рюкзаков, и вы сможете приобрать совершенно уникальный для себя рюкзак. То есть здесь очень много цветов, и каждый цвет подходит под имидж вашего скина. Ну или просто-напросто вы можете использовать любой этот скин. К примеру, вот такой белый рюкзак, да, тоже есть. Также вы можете открыть его. Каждый рюкзак открывается. Ну и мод просто очень классный. Но показывать здесь, по идее, больше нечего. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.